Похоже? Да, кофточка, главное, такого же цвета. Ну, это было не запланировано. Это Вика нарисовала? А что, у Милы такой же нету? Штучки. Она придумала. Ну, красный губы. Какой ты стал взрослый. Прическа такая. Глянь сюда. Глянь сюда. Лёша. Ну ладно. Ох ты какой. Лёша, дай пакетик. Парнишка. И Викулечку отдай. И Викулечке подарили такой подарок, да? На 8 марта. Ну покажи, что тебе подарили. Такого мишку именного. Здесь написано Вика. Ты присягнись-ка? И вот такой цветочек. Ручка. Ручка-цветочек. Вот так. Да. Это мальчики подарили. В таком пакете. Классные подарочки. И мармеладки еще, которые уже съели. Что там осталось от мармелада? Покажи. Вот что осталось от них. Да. Покажи, какие мармеладки. Все? Все? Это что? Лол? Кукла Лол? Ты играла такие игры? Да. Мне на 8 марта когда-то подарили. В прошлом году? Кукла Лол. Кукла Лол называется. Надо ножничками, наверное, вскрыть. Или так сможешь? Такая коробочка интересная. А что там внутри? Вот скотч есть. Это что, дверца, что ли? Это она там живет, куколка? Что это такое? О, господи, да. Это что такое? А? Это костюм. По какому? Что? Сначала надо голову собрать. Голову собрать? Тело собрать. А, вон голова волосатая. А я посмотрю, какая. Ну, давай, смотри. Нам кажется, вот это попалось. Ой, Люша играет, молодец. Ты ходишь на музыку, да? Нет. Да. Не ходишь? Ты думерками давай отсюда надо. Думерками? Что-нибудь посложнее. Сможешь? Посложнее что-нибудь. Полонец Огинского знаешь? Не могу. Почему? Сложно. Ну что-нибудь посерьезнее давай. Что получается? Вот так. Сейчас. Ты? Да. Это синтезатор? Да. Ну давай играй. Что ты? Он снимает на камеру. Литку снимает. Да. Что, засунул? Молодец. И все, что ли? Получилась вот такая куколка, да? Как эта кукла называется? Я не знаю. Кукла Лол? Да.
тут я не могу ее найти. Вот здесь надо найти эту куколку. Нет ее тут. Я не могу найти. У нее синяя одежка должна быть и юбка. Красная. Синяя одежка? Будь здорова. Угу. Синяя курточка. И красная юбка. С черно-розовыми волосами. Ты что, ты ещё выставить? Выставлю дурачка. Ты что, с ума сходишь? Ой. Жирочек, что ты бегаешь за папкой? Сколько будет? 5 + 5. 5 умножить на 5. Но они же не проходили такой. Ты что? Ну, да, Викуська? Умножение не проходили? Викушка. Умножение не проходили? А если 50 отнять 25, сколько будет? 50 отнять 25. Зачем ты подсказываешь, Лёша? 36. А? 50 отнять 25. Сколько будет? 50 отнять 25. Джинджер? Сколько будет? 35 плюс 25 получится. Джинджер вот распласталась на полу. Вот смотри. Легла. Здесь два четных, два нечетных. Правильно, Дик? Легла так странно. Первый раз вижу, чтобы собаки так лежали. Два четных, а? Два Джинджер. Нечетных. Почему так легла? Странно. Как курица. Я только одну чётную. Как цыпленок табака. Ну, ты лежишь. А красная перевернутая тоже это четная. Ты же не цыпленок табака. Вот ну, смотри. Написано, одна из коробок может что же так лежишь ты? Ну, интересно. Красная крышка может быть неправильная. Ну, жинжерочек. Вот смотри, есть надеюсь, а есть четное число, коробка должна быть красной крышкой. Четное число. Красная крышка. А? Две коробки, четыре на одни перевернуты. Что ты? Боишься, что тебя наругают, что ли? Поэтому так лежишь, да, спокойно? Стоят крышкой вверх. Одна чёрная. Боишься, что тебя папа наругает, да? Нарушает правило номер один. Это маски? Да. Маски на основе медуз, да? Угу. Медузовые? Да. Это корейские, чисто корейские. Вкусно пахнет. И кофе. И что там еще? Ну, ничего себе, столько много. А что, вы не пьете кофе? У нас нет кофемашины. Ну, купите. В Славе нельзя пить кофе, я редко пью. Спасибо за подарочек. На 8 марта. На. Кушайте орешки. Вот такие орешки. Я открыла с Duty Free. Очень вкусные. Я как-то брала такие орешки, мне они очень понравились. Вот микс. И недорого. Вот такая пачка стоит около $5. Нормально? Вкусно, да? Угу. Валер, попробуй. Орешницы.